Что? Вот бы в жизни так. Не надо, пожалуйста. Нет, вот с этой смотри. Давай догоним ее. О, смотри, чья-то голова отвалилась. Скучная. Тихо. Всем привет! Вы на канале Анютка-малютка. И сегодня... Как? Что сказать-то? Сегодня я решил поиграть в знаменитую игру... Роблокс, потому что я ничего не умею. Аня меня будет сегодня учить. Надеюсь, она меня научит. И я также каждый день, как она, буду там сидеть, зависать. Да. Мама, берегись, теперь никакого тебе колоть дрова меня нет. Прибить гвоздь не ожидай даже. Эта игра настолько популярная, что она такая крутая. Что слов даже нет подобрать вообще. Нет слов. Первое заходим в Tower of Hell. Tower of Hell. Смотрите. Что нужно делать? Смотри, тут залезаешь на эту лестницу, да. И тут такие уровни, видишь? Вижу. Надо до вот этого уровня белого дойти, и там можно ускорять. Ну, чтобы, нужно типа, просто вот так вот прыгать и не упасть, да, правильно? Да. На вот эти вот красные полосочки нельзя наступать. Почему? Ну, потому что ты умный. Да ты что? Проходим. Так, проходим. А, тут смотри, люди какие-то. Ну да, это все люди, которые играют. Я умерла. А, ты умерла. Может, я попробую? Давай. Ну-ка, давай. Попробуй. А, там Маша еще вот ходит? Вот Маша. Где? Вот. А. Вот, смотри, мой гад. Ну, давай попрыгаем вместе с ней. Ой, мы сейчас не успеем. Когда время красное, это означает, сколько времени нам осталось, чтобы поменялся уровень. Слушай, нам осталось 49 секунд, я вообще это в очень шоке. Мало. Допрыгались, доскакались. Я представляю, прыгай, да. Прыгай, а почему я не могу допрыгнуть? Смотри, в чем дело? Ты делаешь вот так вот, заходишь. Ну? Смотри, мы должны вот так вот. Пронести вот эту и прыгнуть. Ну, я так и делаю. Вот это делаешь, только долго. Вот оно что. Ёлки-палки. Ой, я не умерла. А где Маша? Она же только что здесь была. Не знаю. Все, мы сейчас проиграем. Почему? Ну, потому что видишь... А нельзя время увеличить? Нет. 12 секунд осталось, ребята. 10. Неужели это невозможно пройти? Я вообще не понимаю, почему этот экран ходит туда-сюда. На вот сюда, ну. На вот эти вот полосочки разные, вот как вот этот, смотри, как вот этот. Нельзя на них наступать, потому что... А, нельзя? Я хотел наступить уже. Не, ну на этот кругляшок можно, но... А это кто рядом с нами прыгает? Это Маша. А, это снова Маша прыгает? Да. Лучше бы она помогла забраться на Tower of Hell. Ну, вообще, я никогда проходила, вот видишь, у меня третий тур. Как бы. Ну. И это значит... Ты вообще проходила хоть раз? Смотри, чья-то голова отвалилась. Ну давай ты, хорошо, смотри. Ты должна пройти, по крайней мере. Ну что мы здесь на первом этаже? Если в дверку зайдешь, там еще сложнее для профессионалов. Не-не. Смотри, у того голова горит. Ой, смотри, тебе совсем чуть-чуть осталось, нет? Сейчас, стой. Там вот эта вот полоса горящая, она двигается. Что происходит? Девочка умерла. Девочка умерла. Yes. Что, ты прошла? Нет. Давай, проходи. Тут надо вот столько уровней. Ты опять упала. Ты посмотри, что происходит. Смотри, я должна до этого. Давай этого. И все кричат, здесь дети, все кричат, Маша. Потому что они все любят Машу. А давай я напишу, я папа Ани. Зачем мне надо? Ну, чтобы они тоже... Меня все заблокируют. А они могут нам что-нибудь подарить? Не, ну только... Мне кажется, мы вообще никогда не пройдем эту игру. Нет, давай что-нибудь другое. Да, вижу, но это неинтересная, мне кажется, игра. Да. Скучная. Вообще я не понял, что делать. Мы совершенно просто проиграли, фиаско потерпели в этой игре. Поэтому нам нужна какая-то другая. Будем сейчас заходить в самую популярную игру Adobe Me. Она самая, ну, такая... Редкая, как бы. Ты мне расскажи вообще, что здесь надо делать, потому что это тоже. Тут надо. Не надо тут взбираться никуда. Тут просто как в жизни, тут надо, например. Зарабатывать деньги. Да, работать без устали. Мне подарок дали. Уже дали подарок? Да. А кто? А это просто всегда, когда там есть такая полоса, и там день.
И когда когда новый день наступает, да, тебе подарок. И в конце что-то... яйцо. Жираф. Это курочка. А, это курочка, я думал, жираф. Надо же, не похоже. Это мои все питомцы. Видишь, как это много. А тут нужно собирать питомцев? Да. Ой, давай устроим распродажу. Смотри, как много у тебя обезьян. Я не хочу обезьян отдавать, потому что я могу сделать мега-неоновую. Это когда она светится тем цветом, тем. Она будет очень красивой. Я пока достану. А сколько надо обезьян, чтобы мега-неоновая была? 16 где-то. 16 даже. Обезьян? Да. Ну я могу какой-то. Ее уже сделать. Нет, так что нужно делать тут? Основная какая цель? Ну, чтобы там нужно больше вот эти вот выполнять задания. Мы сейчас давай прочитаем душ. Задание какое-то. Нам сначала надо в душ. Обезьянка, иди, я хочу тебя вырастить. А, так это обезьянка пошла в душ? Да. Она грязная? Да, вот видишь. Вообще обезьяны, тут... они такие вонючие. Вот видишь, мне деньги дали. Мне деньги дали тебе? Дали. А за что? Ну, ой. Потому что ты помыла обезьянку? Да. Вот бы в жизни так. Вот именно, всегда, когда моешься, там, сходишь куда-нибудь. Раз, деньги дают. Сходил в магазин, а не у тебя взяли, а тебе дали. Так, обезьянка уже чистенькая. Нажимаем сюда, и тут у меня вся эта еда. Посмотри, вот эти... у тебя сколько напитков. А с чем это? Стаканы. Ну, стаканы с лимонадом. А, с лимонадом? Там, я вот эти вот все напитки покупала у Маши за деньги. Ей приходили деньги. Да ты деньги. Что, тебе родная сестра за деньги продавала напиток? А, обезьянка сейчас съест хот-дог, правильно? Смотри, как она у меня одета. Я ее сама одела. Я могу, смотри, у нее... Тебе опять деньги дали? Да, мне опять деньги дали. Смотрим, машинку там можно потратить. Давай куда-нибудь съездим, очень интересное место. Это стоим ролики. А, вот, они достались. Смотри, у них можно вот так вот... Ну, да, я попробую, потому что в Tower of Hell я, конечно, не смог ничего сделать. А здесь, мне кажется, гораздо вот легче. Вот сюда, вот, в белую ой, штуку. Ой, ой, куда? В белую штуку туда. А, вот это этот замок? Поворачиваю. Я поворачиваю. Папа! Что? Ты потеряешь! Как потеряешь? Подожди, вот карета, я хочу в карету. Можно? Нет. О, смотри, кэш-аут. Что такое кэш-аут? Нажимай сюда, и тебе дают деньги. Прекрасно. Смотри, мы едем вот сюда вот. Это выход, эксит. Нет, это не выход, это в другой город выход. Сейчас мы куда идем? Ты можешь мне объяснить? В бассейн. Там тоже дадут деньги за то, что мы плаваем? Не, давай устроим с кем-нибудь, поменяемся чем-нибудь. Не надо, пожалуйста. Нет, вот с этой смотри, давай догоним ее. Нет, папа, не надо. Почему она не останавливается? Почему я все время прыгаю? Папа, ты не уходи. Как вообще тут управлять? Я не могу понять. Просто управляешь, вот эту штуку берет и вот так вот ее. Маша пришла к нам, смотрите-ка. А где она? А, вот она. Вот она. О, ничего себе, почему она такая огромная? У нее есть неоновая эта, сова. А, вот эта вот неоновая, которая светится, да? Да. Ну-ка, подойди, разглядим эту сову. Вот. А, так она еще и в очках? Да. Она. Давай устроим с ней трейд. Она нам дает какой-то шарик. Шар, который можно из-за него летать. Он дорогой? Нет. Смотри, он какой. Он самый ужасный. Самый ужасный шарик нам дала Маша. А, спасибо. А так это просто она подарок был? Аня, пойдем ко мне домой. О, пошли к ней домой, она говорит. Пойдем ко мне домой. Я тебе дом покажу. О, а? Маша дом нам показывает. Давай, беги. О, зашли к Маше домой. Классно. О, заходи за ней. Вау. О, смотри. Это ее кухня. Короче, я не пойму вообще, что нужно здесь делать. То ли выращивать питомцев, то ли ходить по домам. Идем яйцо купим. Давай яйцо купим хотя бы. Вот, пожалуйста. Ура! Слушай, она тебе дала 4 животных, а ты всего одну какую-то собачку или бобра. Так, мы идем покупать яйцо. Напоминаю, кто вообще потерял нить, так сказать, нашего повествования. Давай яйцо купим уже и уйдем отсюда, потому что тут ходить можно бесконечно. Смотри, тут питомцы, так. Тут туда Babies. Давай детей. Детей, там можно и детей брать. Так, давай купим яйцо. Королевское самое. Конечно, королевское самое. Не, ну оно самое дорогое у меня. Ничего страшного, у тебя же много денег, тебе дают деньги по любому. А сколько у меня еще есть? Я не знаю, сколько это стоит. Сколько? Вот столько. А, половина всего исчезнет. Давай, покупай. Смотри, яйцо. О, все. Нормально, иди. А оно вылупилось уже? Нет. А когда? Когда мы снимаем все задания. И Маша телепортнулась. Вот зачем? Я тут кота
знаешь, это не мешает. О, яйцо! Смотри. Это не яйцо, это а что это? Маша это. Маша включила музыку? Дискошар. Зачем ты с зонтиком качаешься на качеле? Смотри. Это выглядит очень странно. И делаем вот так вот. Хам. И? Видишь, я полетела. А-а-а. Я полетела, видишь, я полетела. А, вон он, ничего себе. Это лайфхак, девочки, прикольно. Учитесь. Нет, мы сегодня увидим, как яйцо уже распаковывается. А? Мне кажется, ты слишком высоко улетела. Смотри, я... Мне эта тоже игра не очень понравилась, честно говоря. Я не знаю, что там делать. И в третью игру, да? В третью игру она называется... Как? Она называется Overlook Bay. Overlook Bay. Что она, здесь нужно сделать? Она только появилась, но не прям только вот. Ну, свежая, да, игра? Да. Это моя комната, и тут нельзя трейдиться. А, нельзя трейдиться, да? Очень ну, жаль. У меня уже есть ультраветкий единорог. Покажи. Он самый крутой, он самый крутой. Где билет взять? Вот он, да? Вот. Нет, это вот сюда вот поворачивай, нажимай. Так, хорошо, нажимай. Покупай. Один. За 1200, да? Да. А, нет, один. Наверное, один. Да, нет, давай. Нет, два. Ну, давай. Все, так, покупаем. Что? И смотри, вставляем билетик. Так, куда? Ты видишь, он вставился? Да. Нам сейчас должны... А, дать. Вот, выдали. Стой, подожди. Шарик, да, выдали? Шарик. И что? Ставим вот сюда. Угу. И вот его кидаем. Вон, вон, вон он. Вот. И что? И что там родилось? Ой! Зебра! Это что, редкая? Она... А, не редкая? А, ты еще один, второй, да, да. Засовываешь? Вот там, вот там, вот там. Ага. Везде. Вот он, вот он. Встаем и ждем. Тихо, тихо, тихо. Редкий, редкий. Тихо. Пингвин! У меня такого не было. У меня такого не было. Вот это и вот это. Теперь идем к этому автомату, кидаем. Так, вот, ну вот это вот поинтереснее, мне кажется, там что-то вытаскиваешь, какие-то призы. Вот мой шарик. Так, подожди, что тут происходит? Скажи. Кто это, кто это? Пингвин. Опять пингвин? Повторочка. Так, это кто? Криска! Криска? Кто это? Зебра. Я же говорила, повторка. Короче, ребята, я так понял, что вот это вот все игры в Роблоксе, это бесполезная трата времени, нет? Я не знаю, Аня, во что ты тут играешь, и почему тебе это нравится, и Маше почему это нравится, я совершенно не понимаю. Давай идем рыбу ловить. Нет, уже я не пойду никуда рыбу ловить, потому что у нас видео ограничено, и ребята уже устали смотреть на это бесконечное путешествие непонятно с какой целью. Поэтому спасибо тебе, что ты меня научила. Пожалуйста. Я надеюсь, что хоть кому-то это было интересно посмотреть. Поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Все